Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием «Яйцеловка». Можно сказать, дань уважения советской электронной игре, которая называлась «Ну погоди», в свою очередь она была слизана у Nintendo. Одна из первых моих игр, и как и все ребята, я думал, что если набрать в этой игре 1 000 000 очков, то в конце покажут мультик. Несмотря на то, что возможности системы, естественно, ограничены, и уж никаких мультиков она показывать не может. Да, русская печка, пол деревянный. Единственное, что свечки нет. Так, ну что ж, я думаю, принцип такой же, но здесь даже есть сюжетная кампания, игра абсолютно бесплатно распространяется. Да, тут даже грейды есть, ничего себе, ребята заморочились точно. Так, ну что ж, кампания готова, играем мы за волка. И помогать в поимке яиц нам будет заяц вроде как. Так, погнали. Я готов ловить яйца. Я готов сжать яйца в кулак. Ферма. Ферма яиц. Уровень 1. Собрать 10 яиц. Я думаю, это будет просто. Я был киберспортсмен по этой игре. Ля какая. Так. Делается это вот так вот. Красный вот таким вот образом. Одна яйца. Есть. Нифига себе, здесь даже русская озвучка. Все яйца побил. Твою мать. Все нормально, все нормально. Я просто засмотрелся на фуре зайца. Зеленое яйцо, они разноцветные еще. Возьму тебя на работу. Даже замедление времени, смотрите, здесь даже бонусы есть, разве? Это не здорово. Просто великая игра, она бесплатная абсолютно. Твою мать. Баба. Как-то, конечно, женщина на озвучке не особо старалась, что-то она безэмоционально сказала бабах. Ты лучший яйцелов. Так, меня женщины еще не называли. Ты меня все испачкал. Что за баба? Реплики такие, черт возьми. Какие-то уж очень двусмысленные комментарии. Так, ладно, наверное, надо вместе с ящиком на конвейер класть. Насмелюсь предположить, а вот что делать с красным яйцем, пока непонятно. Да, и причем я и руками могу их ловить. Так, ладно, все, теперь все по-серьезному. Теперь смотрите, безупречная работа. Сейчас будет продемонстрировано. Одно яйцо. Штанга, можно сказать, было. Второе. Третье. Но это, конечно, сложнее оригинальной игры. Там было всего 4 кнопки. Так, ладно. Черт, блин, хотел быстренько на конвейер сложить. Яйца надо ловить, твою а не мать. Чесать. Ну вот это шутки. Так, с этим не знаю, что делать. Пусть будет лежать здесь пока что. Не буду даже его ронять. Лови больше зеленых. Похоже, женщина не очень заинтересована красный в озвучке. Стол. Твою мать, зеленый. Все равно взорвалось. На, забирай. Яйца взрываются. Да, у каждого мужчины яйца взрываются иногда, так сказать. Лови больше зеленых. Твою мать. Больше зеленых. В слоу-моушене, как в Матрице. Только там яйца вряд ли ловили. Что произошло? О, я прошел наконец-то. Это было легко. Так, ну что ж, доступен следующий уровень. За 39 секунд всего лишь. Собрать теперь нужно 15 яиц. Но после того, как я отполировал свои навыки, теперь я работаю безупречно. Я великий собиратель яиц, так сказать. Мелочь, а приятно. Размер не имеет значения, да твою ж мать. Яйцелов не твое призвание. Согласен. Да, иногда, наверное, понадобятся две корзинки. Но там еще апгрейды все возможные есть. Может быть, меня даже на что-то уже и хватит. Лови больше зеленых. Так, здесь два яйца, вон там одно катится. Ловко ловишь яйца. Возьму тебя. Даже два, блин, сейчас корзина будет переполнена. Молодец, так держать. Еще. Нормально, нормально. Лови больше. Изи, справился. Так, красное яйцо вижу. Лови больше зеленых. Отлично, можно пока что поменять ящик. Красные яйца взрываются. Твою мать, иногда они застревают. Лови больше зеленых. На всякий случай. Так, 5 уже есть точно. Где же зеленые? Уже 7 яиц. Я должен успеть. Оп. Ты меня все испачкал. Ты меня все испачкал. Зеленое яйцо можно использовать, когда нам нужно будет. По мере необходимости.
например, вот сейчас немного подождем, и когда нам нужно будет поставить корзинку, мы как раз-то и будем ее использовать. Ха, еще яичко, все нормально. Лови больше зеленых. А черт, зеленый пропустил все-таки. Но план, стратегия была идеально выработана. Так держать. Ты лучший яйцелов. Лови больше зеленых. Так, 10 есть. Еще 10 осталось. Сейчас это поймаю. А, черт. Почти получилось. Поднажми. 4. 5. 6. Зеленого, к сожалению, теперь не даст, не дождаться. Яйца взрываются. Да-да-да, твою мать. Ты меня все испачкал. Лови больше зеленых. Блин, надо было не использовать сейчас зеленое яйцо. Но осталось немного. Ловко ловить яйца. Возьму тебя на работу. 8. Твою мать, я все испортил. Так, 8. Тихо-тихо. 9. Последнее яйцо. Внимание, 10. Все, яйца готово. Пройден. Могу еще даже дополнительно собрать несколько. Даже 3 звезды, смотрите. Вот это я настоящий ловец яиц. Пока это мое единственное достижение в жизни. А разве это не здорово? С ловцом яиц. 25 на этот раз. Все на самом деле просто. Главное запомнить. Яйца нужно ловить, а не бить. И красные яйца взрываются. И ты мне все здесь испачкал. Это тоже важно. Так, ладно, у меня новая тактика. Ловлю яйца руками. И складываю в корзинку отдельно. Ты лучший яйцелов. Уже 5, смотрите. Без каких-либо проблем. К счастью, мы обладаем джедайской силой, еще можем на расстояние брать. Все яйца побил. Разве это не здорово? Лови больше зеленых. Так, 10. Хотя бы 15 собрать. 11. Бабах. 13. Да что ж такое, иногда правда не получается почему-то. Хотя вроде нормально, ладно. Так, теперь аккуратно нужно, смотрите, переместить корзинку, игнорируя все. Все, 15 есть. Осталось 10. Все, последнее 10-е яйцо. Безупречно. Еще ящик остался. Криворучка. Могу, кстати, продолжить и получить 3 звезды, например. Или нет? А, после того, как я задействовал 3-й ящик сразу же. Да, 1 звезду, конечно, получил, но за смекалку, мне кажется, я дополнительную награду должен получить. Теперь доступны зимние карты. Ничего себе. 1 звезда, как всегда. Звезда чести и достоинства. Теперь и зимние пейзажи доступны. О, гляньте, у нее новый наряд. Очень симпатично. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Красные яйца взрываются. Бабах.